Надзиратель Джокер сообщает, что все охранники Архима покинули нас из-за сокращения бюджета. Займешься, когда мы отсюда выберемся. В метрополисе живет мой двоюродный брат. Ему нужны серьезные люди в охранной. Ну, знаешь, ходить по домам, собирать деньги. Ломать ноги должникам. Отличное дело. Если хочешь, могу за тебя замолвить словечко. Давай, я... Пафосного тарантаса.
На связи, Джокер, есть новости! Начну с хорошей. Доктор Янг у нас, а теперь плохая. Она молчит. Она спрятала где-то здесь некий документ. Он мне нужен. У меня есть пара идей, как развязать ей язык. Ну, молчит пока, по каждый диван загляните. Кто зайдет, кому приедет. Поворачивайся, идиот! Найти записи, пока до них не добрался Джокер. Куда ее увели? Без понятия. Джокер нас свои планы не посвящает. Она была напугана. Может, догадалась, что дальше будет. Может быть. Я слышал, он пригласил кого-то разобраться с ней. Надо было меня позвать. Уж я бы заставил ее говорить. Хоть повеселились бы. Добро пожаловать в библиотеку Архи. История это важно. Трагедия здесь, убийство там. Тут любой рехнется. Давай, вали его!
Сейчас я из тебя всю дурь! Тебя в порошок сотру! Давай, вали его! Это больно! Я тебе... А как же другие гости? Они просто умрут, если ты не явишься и не сотворишь чудо. Чему тебя не научил? Через 2 минуты комната заполнится веселящим газом. Публика будет в экстазе, а потом все умрут. Спасибо, Бэтмен. Их больше нет?
Да, вы в безопасности. Что произошло? Все случилось очень быстро. Сюда вломились пациенты. Громили все, что подворачивалось под руку. Как будто что-то искали. Билл пытался отбиться, но их было слишком много. Эти психи забрали доктора Янг. Она бежала сюда, а они гнались за ней. Прости, когда я очнулся, мы все были связаны, а доктор Янг пропала. Что происходит? Она может быть где угодно. Ты отсюда не выйдешь, понятно? Для чего этот ошейник? Что это за звук? Кэш в соседней комнате. Похоже, его бьют. Помоги ему. Я разберусь. А ты побудь здесь. Свяжись с Джокером. Скажи, что этот гад молчит. Куда делась эта сука? Говори, или мы отрежем тебе вторую руку. Делайте, что хотите. Я ничего не скажу. Еще как скажешь. Скоро придет... Ищите летучую мышь! Погоди,
Я пойду с тобой. Найдите его! Там просто комната, набитая книгами. В чем проблема? Кто вообще это читает? Что такое? Я кого-то нашел! Сюда! Очнись, слышишь? Просыпайся! Что нам теперь делать? Заткнитесь! Ищите дальше! Бэтмен, слышишь меня? Покажись! Подожди, я тебя прикрою! Я дал вам два простых поручения. Развязать язык Кэшу и найти доктора Янг и ее записи. Кто-нибудь уже поставил галочку? Зачем вообще Джокеру сторожить каморку с пыльными пузырями? Я свою шкуру спасаю. Помните, ошейник сообщит мне, когда кто-то потеряет сознание. Удобно, правда? Они такие дорогие. Этого не может быть! Что ошейники помогут вам изловить мышь. Кажется, я ошибся. Бэтмен, мы связаны! На помощь! Спасибо. Где доктор Янг? Я сказал ей бежать. Эти громилы искали ее. Я попросил Дока бежать в свой кабинет и спрятаться. Свои записи она хранит там? Думаю, да. Она так отчаянно пыталась туда попасть. Ее кабинет там. Когда это было? Мне нужно найти ее записи, пока они не попали в лапы Джокера. 20 минут назад, может больше. А что такого важного в этих записях? Заметки нужны Джокеру. Значит, они важны. Оставайтесь здесь, я найду ее. Нет проблем. Попробую по радио. Выясню, кто здесь поблизости.
Спасибо за помощь. Есть там кто-нибудь? Нам нужна помощь.